Всем приятной жизни, это психиатр, мы продолжаем играть в Skyrim. Так, ну и тут вот летает дракон. Нам бы его убить надо. Чё ты там? Ты бы хоть съел, слушай. Смотрите, он летает по кругу. Не, ну чё за идиот? Не, ну чё, серьёзно? Улетел? Улетел. Да, сука. Я вижу, мразь. Ты куда ты? Ну блин, ну дракон, ну. Блин, красиво он летает, однако. Но он улетает, к сожалению. Я туда за ним не побегу, уж извините. Ладно. Вот. Что касается этого, кстати. Вот. Ага, мне в экран вообще надо. Поехали. Вот, раз дракон улетел. Что-то полетал по кругу, полетал. Видимо, понял, что со мной лучше не связываться. Так, ночью, кстати, сюда пришли. А напомните мне. Золотая урна. Ну, прикончик. Много них. Окей. Ага. Ну я сохранюсь, естественно. Только не сожги ничего. А. Ну вот, прежде чем это. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Урну можно? Прошу прощения, но я пытаюсь читать. Ты, блядь, читай. Мозги мне. Ты меня палец. Блин, слушай. Иди отсюда. Я больше не дерусь с Ларсом, если тебя это беспокоит. Ну ладно. Ну, да блин, ну я не хотел. Я хотел ее, короче, это, передвинуть куда-нибудь. Откуда стыбзить. Не хочешь податься? По-моему, дело. Что это? Да блин. Что она не это, не двигается? Что за хрень? Прошу прощения, но я пытаюсь читать. Но она не двигается. Вот хоть ты тресни. Такое удовольствие. С головой окунуться в приключения или романтику. Ты, блин, ты не читаешь, дура, ты кашу варишь. О. Угу. Прикольно. Стыбзили. Наконец-то. Так. Значит. Арихтен. Да, поехали. Поехали в Рихтен. Блин, а где тут это кладбище? Мне понравилось там ходить. Вот оно, кстати. Или нет? Нет, это не оно. Вот оно. Где цепочка, наверное? О, мать твою! А, кнопка. Ёптель, шмоптель.
Поехали. Вот. Так, иди. Есть разговор. Характер у тебя крутой. Это я уважаю. Приносишь гильдии. Я к ним пришел. Небольшой клан. Человек 20. Не пойми меня. Можно было жрать. Как же видно, они не больно. Тогда вождь нашего клана. Блин, чувак, что ты хочешь? По счастью, у меня в... Мы рвали друг друга на... Я не знаю, что стало с... Я к... Небольшой клан. Короче, девочку. Мы нападали на деревья. Мне не нравится. Забили караван. Но им я нравилась убивать. Ты мне не нравишься, ёптель. Там барбича. И сам где вот так. Обычная скачка. Лет 300 назад на работу. Меня нанял директор. Время, деньги. Ладно. Кажется, теперь тебе нужно дать денег. О, нормально. У меня больше заказов, чем ты успеешь выполнить. А ну-ка, давайте. Когда клиент просит нас кого-то убрать, мы действуем иначе, нежели темное братство. Мы на... Например... Ты можешь спрятать подложные улики в доме жертвы, а потом навести. Как думаешь, ты справишься? Да. Делай, что хочешь, но работу выполни. Вот, здесь все написано. Хочешь подзаработать пару септимов? Могу по. Не сомневаюсь. Что именно тебя интересует? Так работай чисто. Новичок, да? Нам не нужны проблемы что с убийством. Значит, мы с тобой очень близко познакомимся. Я не понял. Ну что, получилось или как? А, ну, блин, жалко, нельзя сразу все задания взять, а потом, блин. Кстати, что она мне там дала? Не то. Тоже что-то какая-то важная. Так, вот. Короче. Блин, нет, не сюда, не сюда, не сюда. Нет, 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 нет. Так. Бриньяль. Вот так вот надо обходить. Он тебя подобрал. Пошли в цистерну. Рихтен, значит. Да блин, ну шо ты, Артур Фокс? Дай мне выйти, дай мне выйти. Кто? Осторожней, он защит. И чтобы истинный Норд скорее погибнет. Талос лишит. Империя уже лишила меня. Когда... Спустя несколько месяцев она там и погибла, хотя только ухаживала за ранеными. Мы даже останков ее не нашли. Имперцы сожгли все трупы. Чем может быть тебе полезна скромная служительница Талоса? Говорят, рассвета возрождается. Это охотники на вас? Так вот. Что у меня за квест висит? Отброс. Пойдемте. Ух ты, блин, нет, сюда мы не пойдем. Пока что. Ну вот, сюда слишком далеко. Ладно. Давайте лучше вот это выполнять. Значит, нам надо. Так, через канализацию, и все дела. Пойдемте, в общем.
сюда. А, ну тут, в принципе, недалеко. Погуляемся пешочком, я думаю. Так. Пойдемте. Мы поняли. Хочу коня. Ёптель. Ёптель-моптель. Пойдемте. Плыви, мой конь, мой верный конь. Блин, прикольно. Коняка плавает. Так а что мне тут сделать надо? Это ульи или что? Так, ладно, конь, ты давай это. Поместье. Ага. Ну, пойдемте в канализацию, короче. Вот, перед эту шлямбовку. Через канализацию. Твою мать. Хорошо, я еще отбежать успел. Ну ёптель. О. Так, ну очень хорошо иди. Так, хрень. О, амулет Джулианоса. Прикольно. Всякие амулетики. Злокрысики. Что такое? Твою же матрёшку. Ладно, я сохранить, пожалуй. Так и чё? Скайрим, блин. Так и чё? Офигели, что ли? А, слушайте, нормально. Блин, понятно. Но эксперта я нафиг не взломаю. Эксперт это жестко. Не, ну писец. Я даже не пойму, в какую сторону. Не, ну трындец какой-то.
Блять. Ну ё, открыли же почти. Твою же матрёшку. Не, ну это пипец какой-то. Да ну нафиг, 10 отмычек выкинуть просто. Господи, можно мне загрузиться? Это вообще не пойдет. 10 отмычек, блин. Просто. Да ну нафиг, ну шо это? Подставы. Ну ёптель, ну чё она ломается-то? О, наконец-то. Хоть сохранимся, что ли? Там не показывает. И вообще на улицу показывает такую вещь. Нафиг я сюда залезал. А, нет. Или да. Скорее. Замечательно. Замечательно. Да блин, не пойдет. То, что ты нас нашел, так не пойдет. Пипец, конечно. Беспалевно, да? Thank you.
и чё? Нафиг. Чё куда-то вниз? Блин, я запутался, короче, в этих лабиринтах. Вообще не нравится мне это задание. Что это было? Да блядь, идите в жопу. Ну давай, блядь. Не, ну что это за дерьмо такое, ну? Что тут меня палит? Я вообще не пойму, куда мне идти. Что за херня такая? Ладно, давайте выпуск закончим, а разберемся уже в следующем. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.